Единый медицинский портал для жалоб, справок и предложений сегодня запустили в Алматы. Заходя на сайт, горожане теперь смогут получить всю информацию о местонахождении клиник, подробнее узнать о бесплатных медуслугах и найти нужного специалиста. К тому же на портале пользователи смогут оставлять свои отзывы о работе медучреждений, писать жалобы и даже составлять рейтинги самых квалифицированных, на их взгляд, врачей. Рейтинги и отзывы являются достаточно ценным инструментом для повышения качества медицинских услуг. Это особенно важно в рамках введения системы обязательного социально-медицинского страхования, когда мы знаем, что медицинские организации будут конкурировать за пациентов. Ну и как мы все знаем, что конкуренция, она всегда способствует повышению качества и полноты оказываемых услуг. Сайт создали по инициативе прокуратуры города, а работала над ним Ассоциация алматинских клиник. Причем запуск портала обошелся всего в 90 тысяч тенге. Сейчас там представлена информация о 65 медицинских организациях и 6 сотнях специалистах. И эта база будет постоянно пополняться. Между тем, согласно данным прокуратуры, в 2015 году было зарегистрировано около 200 жалоб на действия врачей. В 2016 их число выросло уже до 500. Коррупционные, так скажем, проявления, ну, имеют место, люди обращаются, люди об этом пишут. Мы думаем, полагаем, как раз-таки это все единый наш портал своей прозрачностью, своей доступностью как раз-таки поможет нам искоренить все эти проблемы, которые я озвучил.